Температура за окном снижается, а количество пожаров увеличивается. Только в этом году огонь унес 7 человеческих жизней. За минувшие сутки спасатели выезжали на пожары трижды. Всего за 2 недели произошло около 30 возгораний. Печальная статистика показывает, что большинство пожаров происходит в частном секторе, в деревянных домах. Самые частые причины ЧП – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования и отопительных печей. В попытке согреться жители региона зачастую используют неисправные обогреватели. Специалисты МЧС России рекомендуют ивановцам внимательно относиться к собственной безопасности и соблюдать все противопожарные меры. Количество пожаров на территории Ивановской области на сегодняшний день значительно возросло. Увеличение на 26%. Что касается города Иваново, то увеличение количества пожаров произошло в 2 раза. По погибшим, увеличение по области зарегистрированных погибших людей наблюдается в 6 раз увеличение.